Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер шокировал признанием. Мужчина заявил, что его отец был педофилом и нацистом. Обстановка в доме была крайне отвратительной. Отец примкнул к американской нацистской партии и даже отрастил усы, как у Гитлера, рассказал Фаулер. В годами все становилось только хуже, и когда Рэндаллу исполнилось 12 лет, отец впервые изнасиловал его. Он позвал меня в спальню, чтобы рассказать про птичек и пчелок, а потом начал приставать. На мои крики пришла мама, но он ее прогнал и запер дверь. Отец начал заниматься со мной сексом. Так закончилось мое детство, поделился Фаулер. Регулярные изнасилования, по его словам, длились около 5 лет. Еще двоих детей, брата и сестру Рэндалла, отец беспощадно избивал. Мать при этом обо всем знала, но боялась заступиться за собственных сыновей и дочь, передает ура.ру. Из-за кошмара, творящегося дома, Кевин Спейси замкнулся и жил в собственном мире. Сестра актера Джулия сбежала от родителей, как только ей исполнилось 18 лет. Фаулер предполагает, что отец насиловал ее. Актер Кевин Спейси 30 октября признался в том, что является геем. Двукратный обладатель премии «Оскар» откровенно рассказал о своих сексуальных предпочтениях. «Я выбираю жить как гей», — заявил 58-летний артист. Примечательно, что признание Спейси сделал на фоне секс-скандала с Энтони Рэпом. Игравшись с Кевином в фильме «Стар Трек», артист обвинил старшего коллегу в домогательстве. Инцидент якобы произошел в 1986 году.